Еще раз решил включиться. Мы с Татошей все дела переделали. Идем домой. Этим летом я ни разу не снимал, как я их называю, ботанические репортажи. Вот мы возвращаемся домой с окраины микрорайона. Как-то мы снимали это место. Здесь только закладывали клумбу. Закладывали. Были ямы. Значит, бордюры вот такие необухоженные. А сейчас, в этом году, ну, может быть, даже уже в прошлом году здесь была клумба. Вот она такими растениями. Высажены такие растения, такие цветы осенние. Вот такая красотища. И это вот моя красотища. Сейчас я еще попробую снять две клумбы, которые я снимаю чуть ли не ежегодно. А эту клумбу в готовом исполнении я снимаю первый раз. Так что дарю вам все эти цветы, всю эту красоту вместе со своей, но только на видео. Всем пока!